Аттестат зрелости, выпускное платье, а рядом гимнастерка и военный агитплакат. Эта экспозиция филиала Музея Победы небольшая, но, пожалуй, более чем наглядная. Экспонаты повествуют о том, как в июне 1941-го рухнули мечты молодых красногорцев. На этом снимке даже не выпускники, девятиклассники. Все мальчишки ушли на фронт добровольцами, но встретить победу и вернуться домой никому из них было не суждено. Мы открываем новую выставку, которая называется 22 июня, ровно в 4 часа. В ней мы пытались рассказать о наших красногорцах, которые в первые же дни войны ушли в бой, записались в военкоматах и ушли. И мы показываем фотографии и вещи наших красногорцев, тех ребят, которые учились в третьей школе города Красногорска и ушли отсюда прямо на фронт. Девочки остались здесь ждать, здесь девочки работали в тылу. Дню памяти и скорби в филиале Музея Победы посвятили не только выставку, но и вечер реквием. Его гостями стали бывшие малолетние узники фашизма, юноармейцы, поисковики, представители боевого братства, молодежного парламента, конфессиональных объединений и просто жители округа. Идет война народная, священная война. После выступления артистов участники акции зажгли свечи памяти. 1418 маленьких огоньков. По одному на каждый день и каждую ночь той страшной войны.